Нас оставалось только двое. Два года у нас не было возможности выйти на улицу в 9 мая и почтить память воевавших в Великой Отечественной войне. Но сегодня такая возможность появилась спустя два пандемийных года. Вы только посмотрите, сколько сегодня пришло человек. Бессмертному потоку нет конца и края. Дети, взрослые, пожилые несут в руках портреты тех, кто подарил нам жизнь. Что это мой папа, который прошел всю войну. С Днем Победы! И умер. Великой Отечественной войны. Ну, мы помним о нем всегда. И я хожу, и хотя мне уже восьмой десяток, но я иду и радуюсь. Когда не было два года этого, то я очень страдала. Вот мой отец. Он с 38-го года в армии по возрасту. И вернулся только в ноябре 45-го. Как не прийти? Смотрите, какое единение. Как люди хотят почтить память. С песнями и гармонию наравне с живыми в единой колонне шагают ушедшие. В этом году в бессмертный полк встало 52 тысячи барнаульцев. Это километры памяти. Многие участники сами подходили к камере, чтобы край увидел их героев. Был ранен, и женщина одна его спрятала. Спрятала от фашистов. И он, тяжелое ранение было, и он умер там у нее. И она его похоронила у себя в огороде. И вот мы его искали, и все это время он был там захоронен. Мы его никто не видели, не знаем даже. Ой. У нас много родственников, и в каждом городе дедушка идет в бессмертном полке. Бессмертный полк шествует в Барнауле в 9-й раз. И все участники надеются, что после 2 лет коронавируса такого большого перерыва больше никогда не будет. А ушедшие герои 9 мая всегда будут стоять в победном строю. Это его прапрадедушка. Гордишься? Да. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.